главный спорт. С обратно можно взять заранее? Да, конечно. Там на определенное время или как? Билет, который туда обратно, действует в течение суток. А. Нет, просто вы мне уже билет оформили, а просто обратно нельзя взять, да? Можно и обратно взять. Это услуги. Если вы обратно не хотите, вы же едете на законодательный, правильно? Да, я за канальной, чтобы там не заходить вот, в эту штуку. Вот, да, чтобы не заходить в кассу, вы у меня можете взять... Тогда билет. Я обратно возьму, тоже за канальной. Поедете до какой станции? До трактора, ну, до конечной, до тракторной, пассажирской. Ну вот обратно через полчаса вот как будете, это приедет. Да, вы все хорошо. Итак, вообще, если вы ездите на электропоездах, я вас просто информирую о том, что либо берите билет туда-обратно у нас, либо пользуйтесь мобильным приложением, либо заходите в билет в кассе. Если касса работает, здесь будет 20 рублей дополнительный стоимость. Всего доброго. Спасибо, до свидания.